Мы заточили всех зерно, зерно, зерно. Это его дело. Ему надо зерно, пусть кукурузу убирает на зерно. Раб остался там какой-то яровой или еще колосовые. Твое дело, убирай. Ну, колосовые надо убирать на зерно. Но кукурузу надо посмотреть. Надо аккуратно разобраться, что нам надо от кукурузы. Или зерно, или же положить хороший силос. Не надо гнаться за 11 миллионами тонн зерна. Мы можем его получить. Рапс, кукуруза, колосовые, просо, там, гречиха и прочее. Мы 11 миллионов получим. Но надо ли нам столько зерна, по крайней мере, для нашего сегодняшнего поголовья, посмотрите, не настаивая, не командуя никем, сколько нам надо еще зерна. Конкретно для него и для страны. Не для госзаказа, а для животноводства. Это губернаторы разберутся и скажут, что так, подожди, ты в силос это не клади, потому что в каком-то там хозяйстве не хватает комбикормов зерна. Дай мне тут десяток тысяч тонн этого зерна. И они тут разберутся. Просто не надо рвать когти для того, чтобы побольше зерна. Это нам не надо. Разумно подходить. Мы просчитали вот с учетом 10 миллионов 700. Это нижний параметр. Ну, видите, что в принципе существенно добавили все области. Даже Гомель, Могилев. Вот, ну 1,5 миллиона у нас будет плюсы. Но вот по стратегии кукурузы вы абсолютно правы. Мы это будем оперативно смотреть. Сегодня что-то добавим. Ну, фактически мы выходим на 23,5 миллионов тонн. Где-то 1,8 миллиона мы добавим. Этого нам будет просто достаточно для того, чтобы вместе с сенажом прокормить наше поголовье. Но эти цифры у нас будут корректироваться. Хорошо. Ну, сегодня уже... Ну, сегодня вопрос номер один – посеять озимые. Так точно. Мы поняли, что озимых надо сеять, увеличивать площади. Не только для того, чтобы весной меньше работы было, но озимые у нас дают больше урожая. Все в области уже приступили. Вот, начали закладывать уже кукурузу на силос. Урожайность выше уровня прошлого года, но это еще начально. Я думаю, что она будет... Еще выше, да. Большая наша не то что проблема, а задача номер один, которую нам до 25 сентября выполнить, это нам надо поднять льнотресту. И урожай неплохой. Да. Потом будем 3 смены, где-то 4 смены, ну, чтобы обеспечить выполнение. Лен надо спасать, тем более мы в Орше встретимся и поговорим, когда уборка закончится, в ноябре, сентябрь-октябрь Гомельской области, а в ноябре месяце после октябрьских праздников поговорим по льну переработку. Александр Иванович, основные виды деятельности – это производство мяса птицы, инкубационного яйца и племенного цыпленка. То есть у тебя от яйца до мясного производства все есть? Все есть полностью. Ты независимый в этом? Независимый. Это твои фабрики, где ты перерабатываешь? Фабрик. Крупский район, Минский район, Копольский район, Дзержинский район и Столбцовский район – это сердце птицеводства сегодня. Это репродуктор первого порядка, где прародители, ну, вы понимаете, что это такое, живут. И мы обеспечиваем всю страну родительским поголовьем. Все птицеводство в этих районах – это отдельно стоящие площадки, друг от друга независимые, они работают. Вот это основной вид нашей деятельности. Это наши сельхозфилиалы, которые имеют вот эти 82 тысячи сельхозугодий, находится в Дзержинском районе 3, в Воложинском районе 1 и в Острошицком. Всего поголовья у нас 32 тысячи, из них дойного стада 10 800. В трех районах ты только производишь молоко и КРС. Молоко и КРС и зерно. Птицу производишь в 6. В 6. Всего у нас 8. Угу. Значит, вопрос перспектив главных. На рынке спрос на птицу есть? Есть. Увеличиваться будет? Мы это все создаем, а завтра спрос у него будет? На внутреннем рынке спрос будет всегда. Не видим проблемы с реализацией птицы даже в Российской Федерации. Мы продаем Казахстан, там Китай. То есть нет опасений за то, что ты продашь? Нет. Нету, нет, да? Нет. Чем он будет больше, тем меньше себестоимость, тем он будет более конкурентоспособен. Ну, это понятно. Единственная проблема, которая может возникнуть, это с теми маленькими птицефабриками, которые 12-20 тысяч. Ну вот я об этом сейчас хотел сказать. Ну вот есть пример. Ну надо этим путем идти так же. Конечно, конечно. Ну так не надо затягивать этот процесс. Надо укрупняться. И пусть повторяют. Значит, по птице, по мясу и яйцу у нас нет проблем, но для того, чтобы увеличить прибыльность, маржинальность, надо сокращать себестоимость, в том числе за счет увеличения, укрупнения и так далее. Это не надо затягивать. Вообще задача стоит, чтобы мы вышли на 1 миллиард выручки.
вот стоит в ближайшей трехлетней перспективе, компания должна выйти на 1 миллиард выручки, чтобы стать и зарабатывать деньги. Это наш план до 2025 года. 110 тысяч тонн мяса бройлера, 6 тысяч тонн мяса индейки, 91 миллион яйца, все деньги инвестированы. Понятно. Ну, хотелось бы, чтобы вот наш разговор, это была точка отсчета и подъема вверх на будущее времена. Сделали хорошо, молодцы, знаете, куда идти в Крупском районе, но надо сейчас прибыть. Двигаться вперед, да?